Вместе с FFmpeg поставляются еще две утилиты – FFplay и FFprobe. А второй расскажу в следующем видео, а вот первая выполняет роль плеера. Полезность в том, что можно сразу применить эффект и воспроизвести видео. Но следует помнить, что не все эффекты можно применить к потоковому видео. Ускорить, к примеру, онлайн-трансляцию не выйдет. Воспроизводить можно не только видео, но и музыку. В режиме аудио клавиша W переключает режим спектрограммы и осциллограммы. Чтобы перейти к нужной позиции, нажмите правую кнопку мыши. Позиция высчитывается по ширине окна. А еще можно отображать картинки и применять к ним эффекты. Но самое полезное в том, что можно воспроизводить видео из интернета и делать его удобным для просмотра. Например, когда-то мне доводилось смотреть онлайн-трансляцию, в которой был очень тихий звук, и я воспользовался FFplay, чтобы увеличить громкость. Надеюсь, и вам когда-нибудь поможет эта программа.